травмы, и ты такая. В интернете наверное споры с тракторами, с этими носильщики, которые носилки носят. Он всегда лежит, он не так плохо, просто прилетает. А, да, с двух, да. Подскальзывает, и снова к нему еще брал. И носилки возьму, и сразу такой лицом вот приедет. Давайте, девчонки! Забивайте уже! Наследка, давай, мальчик! Паша, поаккуратней с ней! Вот же гол. Просили, пожалуйста. Только вперед! Только победа! Только вперед! Только победа! Систов, все, что по мячу, ты попасть не можешь, Шаран. Паш, по мячу-то попади, а! Сэм, ну есть же! Дядь Саша, а почему школа мяча? Молодцы! А кто придумал? Я. Вперед! Нормальный человек выходит. Гриш, поиграй в футбол, у тебя партнеры есть! Поиграй в футбол! Спасибо.
Не-не, там стоял. Никита стоял, не было. Я посмотрел. Здесь разобрался, но там что-то было. Девчонки, ничего, давай, побыстрее, хорошо, давай, Кирилл, корку! Давайте, девчонки, что-то! Хорошо! Ваша мужа! Мужа! Я тебе говорю. Ничего! Сыночку. Паш, Паш, правильно кидай, ау. Своему, своему. Хорошо. Да иди нахер, блядь, твой. Было, было, было. К чертану он смотрел, блядь, орнату. Вместо того, чтобы пенальти поставить, блядь, он уже жёлтый дальше. Так же было, блядь, был контакт, блядь, совершенно точно. Чёрт, он мне мяч пробросил, блядь, тот, его смотрел. Боковая вообще трясла, неадекватная какая-то. Это еще был момент, когда я что-то не знаю, когда Антон перехватил мяч. Хорош, хорош, Пашка, здорово, Паша Озеров, хорошо. С ударом, с ударом! Хорош, Дима!
Хорошо, хорошо, Дим! Красота, перепутал. Куда вы нас? Зачем? А? Да чё, зачем вы нас? Давай, Кирик! Yeah!
это, блядь, тренеру надо сказать, что он кричал. Ага, да, конечно. Чего, чего? Школа мяча! Нужен два своих ворота! Микробы какие-то. Нет, не микробы, это... На бороде? А? На бороде? Чего? На бороде? Витаминов типа больше. Oh!
Или попорол. А где сестра Комиссия? Давай, Гриша! Где 6-0? Я не знаю. На поле я не видела, там... Сюда, что, не в моторе машины с трагима отправили? Да ладно. Да. Он выпрыгивал машину с трагима. Угловой, угловой! Да угловой! Как? От ворот-то? А как? От ворот назад. Ну, я ударил, мяч поменял направление движения. Я не думал, что он это сможет. Давай, давай, давай!
Опять сейчас в центре был бы, взял бы, подобрал бы мяч. Быстро, быстро! Минута осталась, все, здесь. Уже после игры. Какая разница? Два игрока стоят. Да два игрока, разыграйте! Сэм, отдай пас! Сэм, отдай пас! Куда себя выносит игру? Давай, ошибется!